21-22 октября состоится знаковое для российского автоспорта событие. На знаменитой формульной трассе «Сочи-автодром» выступят сильнейшие дрифтеры России и ближнего зарубежья. Впервые в Олимпийском Сочи пройдет одноэтапный кубок чемпионов РДС. Организаторы подготовили суперскоростную и зрелищную конфигурацию, от которой придут в восторг не только болельщики, но и пилоты. Приглашение выступить на Кубке чемпионов РДС получат лучшие российские и зарубежные гонщики, чемпионы РДС разных лет, победители региональных серий и участники топовых международных соревнований. Праздник дрифта, одного из самых зрелищных видов автоспорта, станет безусловно ярким событием уходящего бархатного сезона в Сочи. РДС приглашает всех на свой праздник автоспорта в Сочи.